машине нужен свой подход, уверен мастер-тренер по полировке Владислав Авилов. Сначала учился сам, а сейчас других учит правильному уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. День детейлинга в техническом центре – отличная возможность увидеть наглядно, как это работает. Вот мы отполировали поверхность. Здесь машина много лет ездила просто по мойкам и царапалась. И вот за один проход мы вполне спокойно взяли и убрали большую часть царапин. А любые царапины можно отполировать? Практически, если они не дошли до базового слоя краски. То есть если царапина не пробила до конца, так сказать, поверхность лакокрасочного покрытия, то мы в состоянии ее убрать. Восстановить лакокрасочную поверхность при помощи полировки. Детейлинг – настоящий спа для автомобиля. Комплекс процедур, который включает в себя различные способы по защите от агрессивной внешней среды. Но не только внешне преобразят вашего железного помощника, обязательно поработают и сердцем средства передвижения – двигателем. Химчистка салона, химчистка и консервация двигателя – это полировка автомобиля, нанесение защитных покрытий, это тонировка, тоже относится к детейлингу. Изначально детейлинг служил для подготовки авто к участию на выставках, но сейчас это просто ряд процедур, обеспечивающих защиту автомобиля. Например, глаза автомобиля тоже можно защитить специальной пленкой, чтобы предотвратить сколы пластика. Если правильно подходить к уходу за автомобилем, он прослужит долго и не доставит автовладельцу никаких проблем. Главное – системный подход и руки профессионалов. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».